Такие мероприятия, как выездное расширенное заседание Комитета Мособлдумы, проводятся регулярно. Нынешний визит законодателей связан с тем, что в последнее время на территории России участились случаи взрыва газа в многоквартирных домах и гибели людей из-за отравления угарным и природным газом. Неудивительно, что именно город Видное стал местом проведения выездного заседания. Многим домам, в которых используется газ, здесь более 50 лет. При этом Ленинский район уверенно держится в числе лидеров по замене и модернизации газового оборудования. Хозяин открывает дверь, слесарь обращается максимально вежливо и обязательно предъявляет служебное удостоверение. Представители комиссии вместе со слесарем проходят на кухню, где первым делом осматривается плита. А сколько плите лет? Больше 10, получается. Не скажу вам. Дальше 20. Карпаты 12. Советская. Несмотря на столь почтенный возраст, претензий к работе аппарата нет. А вот по поводу использования оборудования проводится необходимый инструктаж. У вас к вам нужно положение закрыто. Потому что вы уходите, положение закрыто. Потому что вы ушли, здесь газ накопился сам. В другой квартире хозяев не оказалось. Проверяющий действует по инструкции, прикрепляет у двери извещение, где указано, каким образом можно согласовать следующий визит. Телефон диспетчера оставляется. В следующей квартире инспекция продолжается. Вытяжка проверяется просто с помощью листа бумаги. При исследовании узлов системы на возможную утечку газа уже применяется специальный прибор, который чутко реагирует даже на минимальное содержание в воздухе вредных примесей. Утечки не обнаружено, но оглядев плиту, которая, судя по всему, является ровесницей дома, мастер выносит свой вердикт – плиту отключить. Заглушку буду ставить на опуск, кран буду снимать, расход требуется, разгон, все, вкручивается кран. Давай, самое делай, мы сейчас постоим там в коридоре, чтобы тебе не мешать тут, и все, в безопасности, а потом подойдем посмотрим. Да, я запишу и выйду. И составляйте, да, все документы. Дело мастера боится. Через 5 минут работа выполнена. Теперь хозяину квартиры нужно установить новую плиту, которая соответствует современным стандартам безопасности. После этого газ снова пустят. По итогам инспекции в администрации Ленинского района состоялось совещание, на котором все участники выездного заседания поделились своими взглядами на ситуацию, сложившуюся в сфере эксплуатации и обслуживания газового оборудования. Главная проблема – это полное игнорирование всех правил безопасности самими жителями. На законодательном уровне сегодня, к сожалению, у нас недостаточно подстегивающих моментов в законодательстве для того, чтобы собственник выполнял те постановления правительства Российской Федерации, которые на сегодняшний день действуют. Через неделю в стенах государственного унитарного предприятия «Мособлгаз» пройдет круглый стол, куда приглашены представители законодательной и исполнительной власти. Там будут озвучены в том числе и те предложения, которые подготовят участники нынешнего выездного заседания. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.